Всем добрый день. Хочу немножко поговорить о мастеринге. О мастеринге при помощи PowerCore. Хочу сразу сказать, что все плагины в PowerCore мастеринговые у меня покупные от TC Electronics 6000. Просто когда-то тоже искал информацию, как этим пользоваться. Вот хочу показать. То есть, когда вы сделали проект, записали там гитары, голос, барабаны. Совет не сводить, делать bounce, mixdown в программе, а переписать его на внешнее устройство. Пусть то будет там рекордер какой-нибудь, цифровой или на ленту. Просто аудиокабелями переписать туда, как на магнитофон. Не сводить в программе. Потом обратно в компьютер оттуда. И здесь мы приступаем к мастеру. Первое плагин у меня 1B. Вот. Ну, здесь я ставлю пресет обыкновенный. Финал. И вот ручкой гейна всего лишь я добиваюсь того, что у меня запись, она будет как бы двигаться вперед. Ну, динамичнее, естественно, становится. Вот послушаем. Вот одна вот эта ручка гейна, которой я добиваюсь желаемого результата. Следующее. MD3. Мультибенд. Здесь у нас есть секция эквалайзера. Вот, из пресетов я ставлю CD Master. Вот, тут можно поставить пресеты всевозможные, где даже будет у нас два эквалайзера, MS. Но все-таки я теперь пользуюсь вот таким обыкновенным пресетом, потому что здесь я пользуюсь компрессором. Этим компрессором я, вот у меня по низким частотам, по средним, по высоким, всего лишь двигая их, добиваюсь того, что я поднимаю или опускаю какую-то частоту компрессором, не эквалайзером. А вот как у нас звучит без. И вот у нас уже будет звучать вместе с ним. Следующая у нас примочечка. Динамический эквалайзер. Здесь я могу тоже каждую частоту, низкие частоты, где-то 200 Гц, 3000 Гц и там за 10 тысяч. Каждая частота при помощи вот этой ручечки и вот этого трэшлот также на слух поднимаю низкие, высокие. Хочу сказать, что без этого динамического эквалайзера низкие частоты было никогда не поднять просто эквалайзером. Вот как звучит без. И вот уже вместе с ним. В конце ставлю Brick Walk Limiter. Опять-таки, вот всего у меня тут гейн. За ним идет вейвовская Pass Meter. RMS ставлю. Где-то в районе 10-10 RMS держу. Вот сейчас послушаем, как без плагин звучит. Отключу их.
Что здесь? Enhancer я ставлю в базу. Этой ручечки добавляю. А вот теперь мы можем послушать, как уже будет звучать после обработки вот этих всех плагин мастеринговых.